Всем привет! Сегодня поставим программу для установки нескольких операционных систем на флешку. Значит, вот на моем сайте, пожалуйста, нажимаете скачать файлик команды и видео, чтобы вам было проще. Вот берете его, скачиваете. Файлик крошечный, качается очень быстро. Посмотрим его в папке. Вот я для удобства его вырежу и помещу прямо просто на рабочий стол. Вот здесь. Вот смотрите, скачали вы файлик, открыли его. И попали вот именно куда? Команда для терминала, раздел «Запись образа ИЗО на флешку» и подраздел «Multi-Leaf USB». Вот с этими командами мы сегодня, скажем так, и поработаем. Значит, нужно вот этот вот репозиторий, я его выделю зеленым цветом. Вот, скопируем. И надо его вставить в репозитории. Как мы можем добраться до репозитория? Да вот так вот. Источники приложений. Заводим наш пароль. И вот есть, допустим, дополнительные репозитории. Есть, значит, ppa репозитории. Ну, попробуем вставить ppa репозиторий. Вставим вот сюда. И пишет, не удается добавить. Ну, не удается, ладно. Пойдем попробуем в дополнительное. В дополнительной репозитории он, как говорится, взял и спокойненько встал. Обновляем кэш. Пишет, что следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ. Но у нас на этот счет уже имеется решение, ничего страшного. Первое. Значит, сейчас я скопирую. Это у меня было при установке загрузчика операционных систем. Вот эта вот команда. Она автоматом добавляет недостающие ключи. Вот мы сейчас сюда пойдем. И, значит, после обновления, значит, вот этой вот команды, что мы вставили. Вот так вот я сюда и заведу. Вставить. Возьмем вот эту вот командочку. И заведем ее в терминал. Заводим пароль. Все, ключи все она импортировала. Ну что, опять на всякий случай, значит, так, обновим кэш. Ну давайте. Я вот эту командочку. На всякий случай еще и сюда вставлю, скажем, двойная проверка. Теперь пойдем и будем скачивать вот это вот дело. Есть. Ну а теперь давайте поставим саму программу.
пока там она все это дело ставится, значит, я сейчас вставлю флешку. И эту флешку мы будем форматировать. Обратите внимание, вот USB, и тут пошли вот русские буквы. Вот я сначала форматирую ее по этому варианту. Значит, пишу тут пароль. Отформатировано. А тут сейчас как раз вот установится программа. Вот она. Практически можем ее запускать. Вот смотрите. Я этого не хочу проверять там что-то на виртуалке. Я вот хочу вот здесь вот напишу Multisystem, добавить на панель. Вот эта программка. Вот я ее запускаю. Флешку не видит. Вынимаю флешку. Вставляю флешку. Вот она ее вроде бы видит. Нажимаю подтвердить и получаю. Переподключите нужный раздел, так как точка монтирования не совпадает с названием. И вот до утра можете этим делом заниматься, пока, как говорится, не надоест. А дело-то заключается в простой вот такой вот и смешной вещи. Посмотрите. Она не принимает русские буквы. Вот если из названия убрать русские буквы, оставить только USB и снова флешку отформатировать, теперь запускаем эту программу. Вот я вынимаю флешку, снова вставляю. Пишу обновить. И подтверждаю. И надо же. Когда она не видит русских букв, она соглашается установить загрузчик на эту флешку. Нажимаем ОК. Она сейчас поставит загрузчик. Вот посмотрите, сюда уже можно перетаскивать образы. Итак, попробуем записать на флешку парочку операционных систем. Вот она ничего не определяет. Я вынимаю флешку из гнезда. Вставляю. Обновиться. Нажимаю подтвердить. Просит поставить групп 2. А я что, возражаю? Не возражаю. Теперь вот пойду сюда. А если вот родная ее же, как говорится, и отформатирует? Отказано в доступе. А мы пароль заведем. Пишет, что все-таки переформатирование она сделала. И просит переподключить раздел перед запуском Multisystem. Ну, хорошо. Вынимаю флешку. Вставляю. Ну, скажем так, это вот уже, так сказать, в ее любимом формате, который она сама все-таки сделала. Вот мы сюда поставим ее загрузчик. Ну и поставим сюда парочку операционных систем Linux Mint и Fedora. Они у меня вот здесь вот в загрузках сидят. Ну какой? Ну давайте вот я Fedora поставлю. Заведу пароль.
Не хочу я ничего. Пошли дальше. Я делаю просто флешку с двумя операционными системами. Ну, может быть, если место останется, еще и третью поставим. И все, и больше ничего. Ну, вот программа делает финальные шаги установки Fedora. Затем она обновляет загрузчик групп. Ну и сейчас уже скоро закончит устанавливать Fedora на флешку. Итак, поставим вторую систему. Вторую систему, значит, ну, поставим Linux Mint. Опять заведем пароль. И пусть он себе устанавливается. Итак, я перезагрузился, стартанул с флешки, и Fedora грузится, и Cinnamon грузится. Перегружусь и посмотрю, грузится или нет, все это сделал нормально. Загрузка готовых образов. Тут очень много чего есть. Если, допустим, я сейчас начну искать, так, Arch. Arch is a live. Arch Linux есть. И есть вот такой. Итак, Арчик установился. Ну что, теперь будем проверять. Я перезагружусь и проверим, как он работает. И значит, вот уже теперь я четко знаю, что если флешку отформатировать при помощи вот этой программы, она может не грузиться. Лучше всего флешка, значит, отформатировали здесь, запустили здесь, установился на нее групп, и возьмите-ка ее еще раз отформатируйте, но уже своими средствами, мультисистем. Тогда возможности того, что флешка будет грузиться, будут неизмеримо более высокими. Итак, флешка загрузилась, Arch Linux с нее запустился. Это оказался рабочий стол OpenBox, но тем не менее, значит, в меню загрузки появилась сразу загрузка двух арчей на французском и на английском языках. Вот и все. То есть программа работает нормально, работает корректно, но, значит, вот просто еще раз всем хочу повторить. Значит, сейчас. Что не все программы на нее могут ставиться, но тем не менее. Вот. Ну а сейчас посмотрим, как убирать и добавлять на флешку, скажем, операционная система. Вот я вставляю флеху. Допустим, у меня здесь имеется вот этот арчик. Можно ли как-то его, интересно, отсюда убрать? Значит, дело делается вот таким вот образом. Ставим, допустим, вот на этот арчик, нажимаем сюда. И вот, допустим, я нажимаю вот сюда. Подтверждаю, что я его хочу убрать. Завожу пароль. И он сейчас этот арчик у меня из менюшки уберет. Обновит все параметры. Параметры обновлены. Так что вот имеем, как говорится, флешку с установленными двумя операционными системами. Здесь видны размеры 1200-1500, это 2700, ну, 2700 там 10, 2700 там 11, там по барабану. А место свободное еще есть. Можно еще посмотреть вот таким образом.
Вот флешка, и показано, что 1 гигабайт свободно. То есть, в принципе, можно, хороший вариант, добавить persistent mode user. Ага, пишут, выберите, пожалуйста, дистрибутив, которому вы хотите добавить этот ОБ. Да нет проблем. Я, допустим, хочу, чтобы у меня вот на Цинамоне была кладовочка, так называемый режим Persistent. Заводим пароль. Ну, пишет вот такой, да ради бога. И сейчас он создаст кладовочку для Linux Mint, и тогда уже этот Linux Mint, я могу там какие-то в него делать изменения, вносить, но они уже будут сохраняться. Вот такая вот хорошая опция. Ну, посмотрим, как оно работает. Ну вот, программа почти что заканчивает создание кладовочки. Выкинула вот окошечко, чтобы подтвердить пароль, я его завел, она сейчас обновляет загрузчик меню, загрузчик операционных систем. Итак, кладовочка создана, значит, ну, можем поисследовать это еще и таким вот образом. Давайте глянем, что тут имеется. Вот видите, файлик называется Casper RV 1 гигабайт. И все равно пишет еще 284 килобайта из 3,7 осталось. И теперь, значит, практически изменения, которые я буду производить в Linux Mint Cinnamon, значит, они будут у меня оставаться. Там я могу там поднастроить его под себя, то есть все, 5-10, но изменения уже будут оставаться. Вот так называемый режим или кладовочка, которая позволяет сохранять изменения. Для многих это важно, вот поэтому я показал, как это дело делается. Ну ладно, желаю всем всяческих успехов и удач, и до новых встреч!